слабое единоборство, то есть проигрывали все единоборства на полшага. Повторяется та же история, что в поездке одну игру играем провально, вторую игру собираемся, играем здорово. Ну, будем надеяться, завтра ребята проанализируют, сегодня проанализируют, и завтра уже выйдут с другим настроением, будут биться, потому что с таким соперником, лидером, одним из лидеров чемпионата, нужно на каждом участке поля, на каждом метре выкладываться, всего из себя доставать, бороться за любую шайбу, за любой отскок, на возврате. Как только ты выключаешься из игры на полсекунды, на секунду, сразу соперник наказывает. Вот сегодня это и происходило в течение всего матча. С сильным соперником нужно выкладываться на 100%, даже больше. Все, что у тебя есть, все, что у тебя есть. Плюс выполнение игрового задания. Без этого никуда. Порядок бьет класс. Это прописная истина. Поэтому над этим будем работать. Ну и плюс, конечно, три пары защитников, очень много молодых ребят, конечно, тяжело. Команда соперника такая взрослая. Плюс у них хорошее нападение, сильные нападающие. Ну, что будем готовиться к завтрашней игре. Не первый матч мы видим на позиции защитника играет Михаил Фростов. Вынужденное решение? Да, вынужденная мера. Много защитников травмированных. Ну и в принципе он на этой позиции сегодня слабовато, а в предыдущих матчах, в принципе, неплохо. В некоторых моментах даже лучше многих ребят, которые по несколько лет отыграли в обороне. Поэтому вот такое решение. Из тех ребят, кто травмирован, как считаете, кто в ближайшее время может вернуться, скорее всего? Ну, ждем Мурашова. У него повреждение, попало в ногу несколько раз в одно и то же место. Будем надеяться, в скором времени выздоровеет. У Рудакова сейчас дисквалификация заканчивается. Ждем.